И все, что нажито антикоррупционным трудом с 2018 года, тоже должно стать достоянием общественности. На этой неделе уже вступил в силу закон, который обязывает декларировать доходы членов общественных антикоррупционных организаций наравне с чиновниками. Этот документ спровоцировал, пожалуй, самый большой политический скандал за последнее время. Ведь декларации должны теперь подавать не только сами антикоррупционеры, но и те, кто на них работает, ну, скажем, от дизайнеров до уборщиц. Такие антикоррупционные поправки многие политики называли крайне нужными, ведь все-таки иногда в пылу войны со взяточничеством главные борцы, получающие гранты, каким-то удивительным образом становятся владельцами VIP-имущества. Но противников нововведения оказалось все-таки больше, и в их числе западные дипломаты. Самые жесткие заявления сделали посольства Британии и США. В МИДе Германии назвали обязательное электронное декларирование для антикоррупционеров шагом в неправильном направлении. Ну а посол ЕС в Украине Хьюг Мінгареллі на этом фоне вообще заявил, что коррупция в нашей стране беспокоит потенциальных инвесторов даже больше, чем война.